Всем привет, народ. Сейчас мы сделаем такой легкий рум-тур по нашей раздевалке, под трибунке, как то все выглядит с нашей стороны. Собственно, это вот выход в зал, самая конечная точка, и из нее мы уходим в нашу подтрибунку, которая ведет прямо в нашу раздевалку. Здесь у нас чаще всего располагается гостевая раздевалка. Гостям, видите, что мы поближе зашли в зал. Все для гостей делаем, да? Наша раздевалочка находится чуть-чуть дальше. Вот она, и она полностью за нами. Сейчас я вам покажу, как там что выглядит внутри. Сразу попадаем в такой коридор, где есть выбор из двух комнат. Один из них — это докторский массажный кабинет, где у нас, видите, работает уже Андрей. Все на месте, уже в полной боевой готовности. Также у нас здесь медицинские аппараты, охлаждение, массажный стол, тейпы, все, что надо, чтобы играть в волейбол комфортно, чтобы не было травм и всего такого. Дальше мы попадаем в нашу раздевалку, где ребята сейчас будут разговаривать, как обычно, не матюкаясь, где ребята сидят уже полностью на своих местах. Здесь, в принципе, все у нас сделано для того, чтобы жить комфортно, спокойно. Из интересного могу отметить кофеаппарат, отзнак кофе, собственно, сам знак кофе. У каждого свое место, просторненькое, душ, туалет, думаю, ничего лишнего, как во всех спортивных раздевалках. Мое место здесь, рядом с Алексеем сел, чтобы поспокойнее себя чувствовать. У каждого свои приборы, типа там кружечек, кроссовочек на тренировку, тапочек, ходовые, полотенца, у каждого все свое. Все готовы к тренировкам. В общем, здесь проходит у нас собрание перед игрой и все предтренировочные мероприятия. Перед игрой заходит тренерский штаб, либо какие-то у нас тактические схемы повторить, либо какую-то мотивацию чуть-чуть дать ребятам. Собственно, здесь такой у нас духовный момент, где все собираются духом, все чувствуют себя спокойно, и потом уже отсюда идут в бой. У нас вот есть личные, кому-то причесочку может сделать, надо вот обычно вот там у нас делают все парни красивые все прически. В частности, вот эти два красавчика, Стас. Это, наверное, самые красивые ребята нашей команды по прическам. Хорошо, что я сбрил свои волосы длинные, иначе парням бы не досталось бы даже этого. Раздевалка, пушка, прием! Да. Можем душ еще показать вам. Здесь просторно, никого голого нету. Все здорово. Шампуни общие, что немаловажно, потому что мы команда. Ну, в душе обычно мы вот так вот, конечно, купаемся, вот так. Но не сегодня, конечно, да. Андрей, это вот ваше массажное место такое рабочее. Как вы можете рассказать так вкратце про него что-нибудь свое личное, какие-то у вас традиции есть перед массажем, там что-нибудь? Ну, перед массажем традиции нету. Главное — это восстановление, наверное, для команды, для всей, да? Да. Поэтому обычно после тренировок, ну, в таких вот хороших условиях работаем. Как заметили, есть много аппаратов, да, разных, и также спортивно-восстановительный массаж. Да, это Андрей, профессионал своего дела, поэтому каждое слово мы прислушиваемся всегда, и все его ориентационные нам рекомендации соблюдаем. Спасибо большое, Андрей. Спасибо, Коля. Нема, quick flash interview. How's this room for you? Dressing room. Yeah, nice. Always nice. Good atmosphere, everything. Team spirit, amazing. The most important. Team spirit is the most important.